Добрый день. Сегодня я не особо в ударе и хотел писать какие-то видео, но нужно продолжить по WPG серию видео, которые мы делали достаточно интересные. О том, что компания угрожала делистингом, потом сделала делистинг, выросла в два раза и не стала гасить 23 миллиона долларов по облигации, насчет чего спала. У нас серия видео касалась того, как если акция остановится, позволяет ли система усреднить всю эту канитель, как бы мы спокойно все это дело усреднили и практически без потерь мы вышли. То у нас на сегодняшний день на счетах этой акции нет, за исключением того, что уже сегодня на падении на одном из счетов я просто пару сотен лотов взял широким шагом. И просто объясняю почему. Падали на новости, что 30 дней они взяли отсрочка платежа по облигациям, могут допустить дефолт. Никому не нужна компания, была по 12, но почему-то всем стала нужна она в районе 6-7. Да, ее можно было спокойно торговать и даже сформировать какие-то позиции. А сегодня просто вышла новость, что несмотря на то, что у них 30-дневный срок есть, компания принимает против них коллективный иск. Основание для иска – мошенничество в сфере ценных бумаг. То есть мошенничество с ценными бумагами. То есть, ну и мы просто говорим о том, как же сложно на этом рынке жить. Что акция после делистинга, она практически еще до делистинга, то есть точнее делистинга здесь не было. Она сделала обратный сплит, чтобы не попасть на этот делистинг тоже в последний момент. Нам пришлось фиксировать все позиции, уходить из нее, потому что мы не работаем, если банкротство, если делистинг. Компания в три там раза росла, и потом она снова росла, и ничего не предвещало беды. Только они не хотели гасить облигации, и это все отрабатывалось. И повезло ли нам, что у нас нет этих бумаг? Не повезло, но смысл ролика такой, что это может быть с каждой компанией. Сначала они придерживают какие-то там облигации, проценты по выплатам не платят. 23 миллиона, да, 30 дней берут, казалось бы, не новость. И потом сегодня, казалось бы, не новость, но что просто коллективный иск собирают мошенничество. То есть нету речи ни о банкротстве, ничего. То есть завернут этот иск, не примут. Или выиграют они в суде. И вырастут, да, но тем не менее вы видите реакцию рынка. Акция просто упала в три раза, а у нас могли бы в ней быть хорошие, как говорится, позиции. Но пару сотен лотов на одном из таких счетов выше среднего я прикупил, потому что не факт, что они через 5 дней не погасят эти выплаты по облигациям. Конечно, я больше уже брать не буду. И вы сами понимаете, что такое движение уже не отторговать, то есть камнем вниз. Я просто инвесторам объясняю, что может быть с компанией. И главное, сейчас она стоит там 2,30-2,50. И опять же, кроме того, что кто-то на них подает в суд и хочет им инкриминировать мошенничество, как супермаркеты, а эти огромные торговые моллы, какие там они могут быть мошенничества в рынке ценных бумаг. Что они не указывают? То есть, либо они уже банкроты и давно банкроты, и все это скрыли, подделали годовые балансы, подделали квартальные балансы. То есть, корпорация, американская компания, то есть, работает все опять известными всем методами, которые методы эти используют у нас где-нибудь там на каких-то там закормах родины, да, где можно какие-то бумажки потусовать. Вот, пожалуйста, компания торгуется на рынке, все у них прекрасно, делают какие-то обратные сплиты не так давно, на этом растут, у них все шикарно, они что-то строят, что-то продают, и потом они каким-то образом после указанного обратного сплита уже с Нового года, когда они там его делали, да, это февраль месяц, они уже упали за месяц в 10 раз, да, они снова в 10 раз упали, то есть обратный сплит им не помог. То есть кто зарабатывает на рынке? Какие-то супер-мега-пупер инвесторы, да, которые будут шортить компании, которые говорят, что у них все хорошо, что все шикарно. То есть вы понимаете, о чем я говорю, что есть вещи, к которым, в принципе, нужно привыкнуть.
Сегодня нам повезло, что у нас этой компании нет. Не факт, что они не выкрутятся. Понятно, влезть мы ее не будем. Но еще год назад, когда они стоили 4-5 долларов, я на них возлагал большие надежды. Это были большие дивиденды. Это была стабильная компания, которая платила высокие дивиденды. Это рейд, все сдавалось. По ним, конечно, ударил коронавирус, но они выкручивались, выкручивались, выкручивались. И, в принципе, у них все нормально, речь о 20 каких-то миллионах, которые завтра человек скажет, я вам даю вот в обмен на такой-то там долю в торговом центре не 20 миллионов, скажем там, а 100 миллионов, и акции их полетят вверх. То есть момент возможностей, момент, как двигаются акции, то есть падение, никаких ни стоп-торгов не будет, ничего не будет. Это к тому, что некоторые говорят, что а где ваши стопы, используете ли вы какие-то стоп-приказы, а по каким-то акциям. Ну вот, допустим, разрыв и гэп, и стоп-приказ у вас остался где-то вот тут. А вы, допустим, как это любят рекламировать, да, там, на яхте, на Бентли, где-то вы отдыхаете, что-то вы там делаете. Прекрасно у вас идут дела, в ресторане вы лобстеров. Шато Марго запиваете, 1887 года, какой-нибудь вином кислотным, да? И уже не знаете, что все ваши инвестиции стали просто в 3 раза меньше. Поэтому еще раз повторюсь, серьезный бизнес, серьезные проценты для серьезных людей. Вход до 18 запрещен. Да, есть, кстати, уже не буду называть некоторые брокеры, которые сегодня не дают торговать эту акцию, просто отключили от ее от торгов и включают ее каждые 3 часа на 5 минут. То есть 10 раз они не исполняют никакие сделки ни на вход, ни на выход, грубо говоря. И то есть там, если у вас эта позиция есть, и вам уже 10 раз из нее где-то когда-то по хорошим ценам не дали выйти, вам и тем более не дадут и выйти и по плохим. То есть вы просто будете наблюдать, как ваши акции, значит, исчезают без вас. То есть вам нужно уже с этим свыкнуться, что это бандитский бизнес. То есть в принципе брокерский бизнес это бандитский, где вас то там, то тут прижимают. То надо выбрать брокера, где поменьше технических проблем. То есть нет идеальных брокеров вообще, в принципе, без технических проблем. Допустим, да, вчера даже определенных брокеров, уже тоже не будем их называть, были определенные технические проблемы. В течение там и 2, и 3 часов иногда решить не могут. Ну и вот так всю жизнь будешь бегать от брокера к брокеру, создавать какой-то бизнес, создавать там различные высокотехнологичные моменты. Но как только ты прицепляешься к брокеру, успех твоего бизнеса уже зависит напрямую от брокера, от точки доступа. Есть у тебя связь с серверами, нет у тебя связи с серверами. Ну а бизнес брокера в свое время, время и место зависит уже от биржи. Да? То есть есть ты с участием биржи, которая тебе частично не принадлежит, или ты просто на партнерских отношениях с какой-то биржей, и там тебе тоже могут отрубать периодически выход, да, на биржу. Поэтому сами понимаете, в каком мире мы живем, сами понимаете, в какое время мы живем. Посмотрите на это происходит, прежде чем... Я почему так говорю, почему мы не делаем рекламу, потому что огромное количество счетов подключаем, и сейчас сокращаем еще и количество акций в нашем портфеле, потому что нам нужен сервис, из-за количества счетов уже не можем листать счета прям с большим набором акций. То есть просто катастрофически не хватает времени. И портфель у нас из разряда 30-40 акций сместится в разряд там, 5-10-15 акций, потому что иначе просто не успеваешь просмотреть, переключаться, куда, в какие локи забить, как бы это достаточно сложный процесс, и расти мы перестаем, сейчас уже будем подключать счета только от 50 тысяч, то есть этап 25 тысяч у нас очень быстро пролетел, кто успел, кому что пообещали, там 15-20 тысяч подключить, 25, там мы подключаем, со всеми, с кем договоренности есть, мы выполняем, но на сегодня у нас небольшая пауза, теперь счета только от 50 тысяч, пока мы не восстановим на максимальном уровне свой сервис по сделкам, чтобы мы определились с портфелями, которые будут удовлетворять то количество счетов, которые мы подключили за последние 2 месяца. Всего доброго, спасибо за внимание.